Быть или не быть? Вот в чем вопрос. Вы, наверное, уже догадались, о чем идет речь. А точнее, о ком? Конечно же, о Вильяме Шекспире. Ведь прямо сейчас мы находимся возле особняка Салтыковых-Чертковых, где проходит выставка «Аллюзия. Шекспир. Тайна 400». А существовал ли Шекспир на самом деле, мы сейчас с вами и узнаем. Как вы думаете, как выглядел туалет самой просвещенной королевы эпохи Шекспира? Вот мы сейчас находимся рядом с ним. Вот здесь примерно осталось все то же самое, что и в современности. Внизу находятся горшки. Посередине садилась королева и две ее фрейлины, и они обсуждали насущные проблемы. Театр «Глобус». Его история интересна и загадочна. Самые известные пьесы Шекспира ставились прямо здесь. Перед нами самый большой макет в истории человечества. Обратите внимание, на сцене это самые главные VIP-места, а в партере находились самые дешевые места. Но он остался лишь в истории. Сгорел он за 20 минут. Возможно, его подожгли конкуренты. Шекспир после своей смерти оставил огромное завещание и завещал своей жене вот эту кровать. Причем он подметил, что она была вторая по значимости, а значит, к жене он относился так себе. Но удивляет не это, а размеры кровати. Нет, в средневековье люди не были карликами. Они были очень суеверны и верили, что если спать горизонтально, за ними придет демон смерти. Большого количества инсталляций, аллюзий, посвященных интересным событиям из жизни Шекспира, я обнаружила, по моему мнению, самую необычную. Тут представлены ароматы пьес и многих других произведений. К примеру, тут вы можете ощутить аромат произведения Уильяма Шекспира «Отелло» или, к примеру, «Ромео и Джульетта». И многих-многих других пьес. В общем, если вы большой поклонник творчества Уильяма Шекспира, то обязательно загляните в эту комнату. Эта стеклянная полка находится здесь не случайно. Дело в том, что филологи насчитали в пьесах Шекспира более 80 видов птиц. Конечно же, на полке изображены не все эти виды, но она как бы заставляет задуматься, почему Шекспир так часто упоминал их в своих произведениях. Сейчас мы находимся в комнате, которая называется «Тюдоровская идиллия», где посредине стоял палач, вооруженный большим топором. И в самый неожиданный момент, когда мы только вошли, он на нас набросился. Короче, было очень весело. Я думаю, многие из нас смотрели фильм «Письма Джульетте». Именно эта история легла в основу интересных заданий в этом музее. Здесь каждый желающий может написать письмо Джульетте, и благодаря Почте России и фан-клубу знаменитой героини вам обязательно ответят. Это крутая интерактивная выставка, где можно все потрогать и пощупать. Вы можете посидеть на средневековом туалете, побыть в роли палача, либо в роли его жертвы, понюхать 15 ароматов самого Уильяма Шекспира, написать письмо Джульетте и, конечно же, поучаствовать в шикарнейшем квесте. Покорители Москвы рекомендуют посещению. Всем лайк! Стань участником легендарного интернет-реалити «Покорители Москвы» телеканала Hello TV. Оставь заявку на сайте и сделай важнейший шаг в своей карьере.